Привет, вы на YouTube-канале Ван Дам, и сейчас будем просматривать поединок из 2 на 2 против Коллектор и Али Клин. Бойцы из клана Приговор, Коллектор, имеющий винрейт 76, 4 медальки, довольно-таки хорошо прокачанный аккаунт, на аккаунте больше 18 карт умений, я это прочувствовал в бою, потому что заводы Титан, чисто титановые заводы, которые просто тяжело уничтожать. И развитие довольно-таки мощное. Даже меня обгонял в развитии. Давайте посмотрим, что к чему. Напарник у нас Сержик. Сейчас он что-то без клана. Сменил никнейм. Я пока что не знаю, какая это... причину, почему он это сделал. Надеюсь, скоро узнаем. Так, план на бой. Так как я 23 ранг и... прекрасно понимаю, что мои альбатросы будут сильнее, я принял решение отыгрывать авиацией. То есть это авиация в плане альбатроса и плюс его хамчик небольшой. Ну, конечно же, основной упор я делаю на альбатросы, когда мой напарник чисто делает его хамчик. Перемотаем, мне неинтересно. Напарник говорит, что это его враги, а не только твои враги. Так, и давайте сейчас будем смотреть. Говорю напарнику, я сходу делаю альбы, не буду там заморачиваться на кричетах. Кстати, обратили внимание на то, что зеленый игрок довольно-таки быстро развивается, несмотря на то, что я сопровис взял примерно... Да хотя мы вроде бы одинаково ящики взяли, но все равно... Довольно-таки редкое явление, что конфедерат развивается наравне и с сопротивленцем. Сходу выходит 4-й уровень штаба. Заводы для Зевса уже улучшился. Авиазавод. У меня чуть похуже обстановка, потому что я еще завод до Ягуаров не улучшил. Сразу же ставлю 2 авиазавода. Улучшил уже свой штаб, установил КПО, чтобы там вертексов не было. Если вертекс был, чтобы безнаказанно не улетал. Тем временем мой напарник только-только улучшается. Вот строю спецзавод, чтобы для хамелеона. Тут, кстати, была разведка, слава богу, циклон был уничтожен, и мы его не смогли... И он не смог нас разведать, кстати. Обратил внимание на то, что уже сходу стенки, 5-я минута уже стенки ставят. За такое будем строго наказывать тем же самыми альбатросами, потому что я ферму не приветствую. Вот такое вот сидение на базе. Видно, что конфедераты ожидали от нас чисто йохамы, но мы не те ребята, которые играют тупо йохамом. Мы уже, в принципе, понимаем механику игры и будем отыгрывать через альбатросы плюс йохам. Конечно же, моему напарнику было тяжело, так как он 22 ранг, йохамчик у него не настолько мощный, как на 23. Вот, кстати, разведка была вертексом. Посмотрел и улетел. Понял, что у него есть... Поняли противники, что у них явно проблемы, потому что 2 авиазавода с альбатросами. Это уже, в принципе, для них должна быть неприятная обстановочка. Кстати, вот я разведал, кстати, то же самое. Завод Ягов, завод авиа и уже улучшен спецзавод до щита. Еще и гряны какие-то. Или огнеметчики, пока что непонятно, вроде грены. Толком разведать не можем. Кстати, вот что я говорил. 7-я минута, летят 2. Нет, 3. Летят 3. А я забыл этих альбатросов. Что-то мне показалось, что 3 альбатроса должны уничтожать авиазавод 3-го уровня. Что-то не так понял. Вот еще один летит, и в итоге не добили. Короче говоря, 5 альбатросов надо на уничтожение авиазавод 3-го уровня. Довольно-таки странная ситуация, потому что всегда хватало 4 альба. Если противник не докачит, то 3 альба тоже хватало. А если перекачит, то в основном 4 должно было хватать. Такие заводы мне напомнили, как я играл против Мэтбрата. Примерно такой же перекач. У Мэтбрата там 20-я ветка уже или 19-я. 19-я это точно, может уже и 20-я, потому что это 19-я ветка у него была там месяца 2 назад.
Говорю напарнику, давай нападай, надо зачистить эту ферму противную, потому что вот эта вот застройка на всю карту мне не очень приятно. Я тем временем тоже сделал ехохом небольшой, чтобы хотя бы обороняться. Тут на напарника нападает синий игрок. Кстати, без щита, чисто 4 зипса. Мой напарник тем временем отступает, а я тем временем, опять же, повторюсь, подбегаюсь, так сказать, на центр. И сейчас сделал я сколько, 6 альбатросов, и в принципе можно уже их использовать. Полетели наши красавцы, давайте посмотрим, что они смогут убить. Кстати, один полудохлый, я не знаю, долетит ли до цели. Долетел, отлично. Минус аэродром, кстати, использую по 3 альбатроса, потому что знаю, что 2 альбатроса не смогут убить эти аэродромы. Тут, конечно, не совсем все пошло по плану, как минимум, но надо было, чтобы дикобразы стояли ну хотя бы вот тут, так сказать, ближе к противнику, чтобы вертиксы безнаказанно не летали. Тем временем мой напарник по красоте широким фронтом борется с зевсо-щитом. Ему вообще никто не мешает, так как торов нет, может спокойно стоять на одном месте и уничтожать синего игрока. Я тем временем выдвинулся небольшим отрядиком до армии зеленого игрока, так как надо его было потрепожить, чтобы он не расслаблялся. Тут, кстати, видно, что есть 2 огнеметчика. Тут есть разведка пехотинцам. Смотрю обстановочку, вижу, что тут только с авиацией одни вертиксы. Это меня порадовало. Тем временем мой игрок увидел, что, в принципе, армии у зеленого игрока нет. И он выдвигается на уничтожение хотя бы аэродромов. Я тем временем сделал уже сколько тут 6-7 альбатросов и жду, когда они зарядятся и буду их использовать. Пока что не понимаю, куда их лучше использовать, или на заводы, или на аэродромы. Ну, сейчас мы посмотрим. Тут, кстати, моего напарника зажали, не особо хорошо атака получилась, так как с двух сторон. А, да, уничтожаю я аэродромы. Ну, тут немножко не хватило, я думал, напарник добьет. И вот тут просто здесь щит синего прихватил. И, грубо говоря, он потерял всю свою армию. Ну, такой себе, конечно, разменчик, не особо приятен. Я, кстати, этого момента не видел, потому что был занят своими альбатросами и своим его хамчиком. Так, включаю атаку техники. Сейчас будем защищать этот проход. Кстати, был потерян хамелеон по глупости. Немножко не доконтролировал. Ну и, кстати, был огнеметчик. Он тоже сделал зацвет. Идет перестрелка его хама против зевса щита. И временем синий выдвинулся на уничтожение моего напарника. Но на мой напарник уже был готов. Кстати, что его хамчик, что зевса щит не в большом количестве. В принципе, его хам должен перестрелять этот зевса щит. Я тем временем опять же использую своих альбатросов. И они летят на уничтожение заводов штурмовой техники. В принципе, вот тут не хватило, так как были потери, но 2 альбатроса не смогли уничтожить завод штурмовой техники. Нужно хотя бы 3. Хотя 3 тоже такое спорное решение, смотрит ли добить, я не знаю. Вот, кстати, 3 альбатроса бомбанули, на спецзавод не смогли убить. То есть вывод, надо 4 альбатроса на завод. Хотя, когда конфедераты, ну, торы конфедерации, ну, спокойно 3 тора уничтожают заводы любые. Ну, спецзавод нет, а вот штурмовой техники 3 тора спокойно убивают. Вот такая вот несправедливость. Тут, кстати, зевсо-щит стоял, мы его прихватили. Пытаемся принять бой. Мой напарник, кстати, подключается, и сейчас будем его давить. А то что-то он вообще оборзел. Строить стенки, вовремя смогли уничтожить этот самый строительный двор, чтобы он не строил стенки, и уже идет добивание. Хорошо, что нет торов. Если бы мы в Альпы не вышли, то больше всего, что нас бы тупо закидали бы торами и зевсо щитом бы перестреляли. Так что не зря я делал Альпы. Там дальше мы уже выполняем контракты, если не ошибаюсь. Так что, ребят, всем спасибо за просмотр, ставьте свои лайки, подписывайтесь на мой YouTube канал. Всем удачи, всем пока.